Билеты на поезд с октября станут дешевле. Стоимость снизится на 10%. Как сообщает начальник пресс-службы железной дороги, это коснется всех проездных. Связано уменьшение стоимости с сезонными колебаниями цен. Такие тарифы будут действовать до 24 декабря. По новым расценкам снизится и стоимость проезда в скоростной электричке Киев-Донецк. Билеты в первом классе подешевеют на 20 гривен и будут стоить 421 гривну. А во втором цена составит 285 гривен.